Отель Меркурий называется, Нижний Новгород. Начинаем с санузла, потому что это поворот налево. Вот так вот. Все абсолютно есть. Чистенькое, аккуратненькое. Прекрасненькое. Сейф. Кофестойка. В шкафу даже гладильная доска. Пледы. Для чемодана стойка тапочки. Очень много вешалок. Большое преимущество. Это дверь в соседний номер, если нужен дабл. Большое зеркало удобно. Достаточно просторный номер, вполне. Для двоих. Все есть для комфортного пребывания. QR-код даже. И город, сплошная стройка. За окошком у нас вот что. Окно с ограничителем. Просто так открыть его нельзя. Вот. Так мы устроились.